Да, у нас. Запись идет, да? Сейчас посмотрим. Да, только ты сейчас не снимаешь, надо снимать по камере. Ученик Александр, первый учебный полет. К старту готов? К старту готов. Так, что там у нас строк надо принести? А, табель. Чистого, наверное, нету. У меня там последний остался, я его уже заполнил. Да, провод подсветки. Он шляпа провод, белый там. А надо? Да, мы на полет с ними приходим. Ну тогда можешь кинуть мне на почту или контакт файл? Должен болтаться, я его выводил, я его не закрывал. Пашке тоже надо отправить. Ага, я распечатаю тоже. Да, первый раз. Сейчас полетишь. На низкой высоте. Надо будет дождаться, когда крыло за спиной выйдет над головой. И зажать клеванку симметрично. До карабина придерживать. Не отпускать. За полтора метра просто следующий финиш. Чтобы обводить это можно. Если на высоте это произойдет обрыв, просто сетку дернешь и летишь дальше. Если рация сядет к тебе. Выйдет где-то за полсекунды секунды, да? Ну я скажу тебе, это рация. Если проверим рацию, да? Работает. Если мало ли откажет рация тебя. А полет, значит, строишь таким образом. После отсета уходишь вправо вдоль дорожки. Смотришь за расходом высоты. Потом проходишь через поле, заходишь сзади. Вправо, влево. Слышно, слышно. Устраиваешься сюда. Да, Серег, принимаем. Это мы рацию просто проверяли. Я тебе все скажу. У нас сейчас готовится ученик, Саша, первый вылет у него будет, готовность, ну, минуту примерно. Хорошо, принял. Бежать активно, как вот без ветра на магазин. Строк тебе будет помогать. Ждешь, главное, когда натянет, выставляешь вперед и жди, он пока, не пока сорвет, а вот хорошо натянет, так хорошо натянет, и потом беги за ним, чтобы не обгонять. Ну, вроде равномерно, да? Да, нормально. А где смотчик-то? Смотчик там, увидишь его. Курс. Или вы там готовитесь к полету? Пока смотчик нет, это сейчас синяя точка, да? Ну, где-то там, да. Ну, снаряжайте, сейчас запущу. Все, стартуем. Готов, Саша? Давай, Сереж. Сереж, на связи? Да. Слушай, у нас тоже Саша на старте, но у него первый полет. Ну, делаем тягу так же само, как и Александру. Готовы? Пошел, пошел. Принял. Бежать активно, бежать. Отпускай обрыв, держим клеван. Руки вверх. Так нормально. Молодец, бери клеван в руки. И работаем на корме. Чуть правую поджали, поджали, еще поджали. Плавник отпустили. Так. Нарулил. Давай левую тебе держим. Левую больше зажал, больше левую поджал. Плавник отпустил. Поплавнее все делаем. Молодец.
Вы поддержали, поджали, поддержали. Посмотрите, его отрост, это фуникулер должен быть. Именно вот так и идти. Немножко горный старт остался, видел в полете. Ага. Пока не сказал ему, что Дима, там сейчас вот машина едет на сюда на старт. Отправишь ее назад там, на парковку. Саш, продолжаем лететь, все в порядке у нас. На вправо 90 сделай, вправо поворотик. Достаточно. И перелетаем. Заходим за старт, таким курсом. Посадка у нас будет так же, как ты взлетал против ветра. Которого нет. Ну, не важно, вот в принципе есть ветер. Летим таким курсом, все в порядке. Я скажу, когда поворачивать, пока дальше летим. Начинаем вправо плавненько поворачивать. Поворачиваем вправо, правая рука. И выстраиваемся сюда ко мне, вот на земле, найди меня. И по прямой будешь садиться. Отлично. Таким курсом заходим на посадку. Левее. А, точнее, правее. Слушай, команды, леванточки симметрично, чуть-чуть подожми и держи, подожми, держи. А тебе надо чуть правее взять, правее, Саша. Правую больше подожми. Вот, вышел на курс, еще чуть-чуть подожми, леванты симметрично. Подожми и держим, подожми чуть-чуть. Подвеску. Подожми. Подвеску. Готовимся к посадке, активно затягиваем леванты и побежали. Побежали, он в подвеску не встал. Забыл в подвеске встать. Майка, да. Приехали ребята с красного села, а вы еще приехали летать до денежки.